Так, стоп. У меня важное объявление. Антон, ты красавчик. Ну а сегодня мы сыграли 11 каток на Фейсите. И самое главное, что для меня это много. А ты сейчас удивляешься и думаешь, что для меня это дефолт. Да, я понимаю, что ты только на 16-ю катку за день начинаешь играть. У меня не так. Я пока дожил до этих каток, я чуть не заснул. Но зато эти катки были супер интересные. Они были самые импактные в моей жизни, наверное. Мы начали играть в 6 вечера и закончили в 3 утра. Ну и самое главное, это уже вторая часть дороги к 3000 элла. Ну и хочу напомнить, что прошлый выпуск закончился на 2025 элла. С этого элла мы и продолжим. Поэтому приятного тебе просмотра. Дорога к 3000 элла, вторая часть. Погнали! Не забудь, пожалуйста, поставить лайк, если тебе понравится ролик. Первая карта. Демираж. Огурчик. Кастами Nex 44 и помидорчик. Мой состав на эти игры. Я сначала так думал, но потом все поменялось. Игра на плюс 19. В случае победы я апаю 2033 элла. То самое элла, на котором я остановился в прошлом выпуске. АВГ у противников 2600, поэтому я думаю, не должно быть слишком сложно. Понятно. Обахал, походу, брат. Один как точно. Лас халфовый, наверное, если. Ну, минус 3 дал, оборзел, ошалел. Нифига ты забайтил. Не то что обосран, а прям обосран. Два паласа. Еще. Найс. Капец, он щиты дал. Найс. Дефолт, наверное, стоит. Дефайр. Молодец, кастами. Убил аэпорт. Давай тебя бустай туда. Давай. Какой гениальный этот бустус, нахуй. Пепсы классные. Машина была. Балас. Он сам её убил. На паус. Упал. Мог проходит. А, я близко. Сами. Шорт, шорт, шорт. Не открывайся под шорт. Убил. Убей, убей. Танк убрали. Твою налево. Опа, халф. От нас халф. Боже ты. Это опасный раунд. Да. Это он, это он. Под кичен. ГГМ. На! Вторая катка, у нас уже три замены. Появился Гоул Хантер, Деку Кит и при ГГ. Карта Нюк, что очень странно. Но на самом деле, карта не самая плохая. В этой катке я играл на А, но обычно я держу рампу. А игра у нас против 2700 элла. Я рампу. Не рискуй, пожалуйста, так. Окей. Просто двоем встаньте так далеко, он залезет, вы просто разменяетесь. Ой, размен, давайте. Блять. Ну, ты его не убил. Ну, он мудак какой-то. Не, он не лоу, он не лоу был, слышишь, попал. У нас класс. Убил. Двери. Класс, двери, дверь, одиночная. Найс. Без головы чел на девятке. Ой, бля. Плохо тебя зарядили. У меня лаз. Ох ты, нихуя. Все, будка последняя. Нет. Убила. Аутсайд, ребят. Пойдем в секрет, ребят. Убил рампу. Откуда? Ебать! Хорошо. Я да, да. Я попробую убить этот сайт. Живи, живи! Шок! Сори, сори. Утка. Смоки вроде, да? Под фитом. Хорош. Хорошо. Убил бы, убила. Где ласт? Вышел еще будка, будка, будка вышел. На сайте должен быть. Он убежал обратно. Убежал обратно. Окей, минус 3. Да, ты там, куда вы? Все, лаз будка. Молодцы. Гол хорош. Третья катка. У нас наконец-то не было замен, но это снова нюк. Игра уже на 2800 элла, и за победу мы получаем 27 элла. Что для нашего пати это прям очень много. Лол, что? Девять. Ты не умирай. Что, не умирай ты. Мейн. Ладно, хорон. Хорош. Помогите, окей. Лоу, лоу, дверь.
там лука. Да. Убил. Хороший рэп. Аква. Слышал. Тут у нас вообще чел спит. Все, блядь, соберись на. Соберитесь, блядь, все ебаный сыр, блядь. Пошла мораль, блядь, вперед! Ребят, против нас ботинки ебаные, я их каждый день нахуй обуваю, блядь. Неубедительно. Че, блядь? Нужно еще, да. Ну да, ну давай ты тогда, давай эту мотивацию завези. Ну вот все. Гордись этим, что я сказал. За столом, Астралис, Астралис. Найс. Хорош. Блядь. Вик один. Будка. Убили, дефайте. Еще вилка. Калф, у него калф. Найс. Я, блядь, смогу... Оба. Найс. Еще дверь. Найс. Окей. Дверь. Найс. Еще, блядь, дверь. Будка последняя. Молодцы. Ебать вы лучше. Ребят, такая игра. Шок. Да. Благодаря моей Речь крутая. Четвертая катка на Vertigo. И заметьте, что это уже третья победа подряд. К нам пришел The Fright и AMD LL. А игра у нас против 2900 Элла. Кстати говоря, на плюс 19 это то самое Элла, которое в среднем нам и дается. Даю хая. А, не могу, я ставлю. Прочитан, рыб. Ща, беги, я убью. Он на хит. Коги, мистер. Хорош. Хорош. Может, так? На девятке. Хорош, молодец. Хорошо им. Let's go. Найс, хорош. Найс, лас сзади уже пойдет. Сзади, на сити. Найс. Мэйби, алло. Найс. Он посадился, наверх. Найс. За карман, за цементом. Он один хп. Дефай. Дефай, пожалуйста. Найс. Бам. Найс. Хаси. Он идет в коннектор. Как бы челу миснул, боже. Пятая карта. И у нас снова замена. Пришел Shine 44-4. Карта Мираж, мы играем против сквада. Самое забавное, что мы Мираж очень мало играем. И это самое правильное решение, потому что нельзя играть этот Мираж. Он очень сложный для всех. Надо играть те карты, которые играют меньше людей. К слову, она была на плюс 18. Обряду? Да, КТ. КТ. И КТ и Сай. Все, класс КТ. КТ вас. У меня вор. Убил с Windows. КТ и КОМ. КТ. Так, хорошо. Я смог жать. Пикает. Зиг пикает. Эрик. Да, этот на стейрсе. Сити стоит. Хорош, Эрик, хорош. Да, убью. Yeah. Еще один КТ. Там. Два КТ. Еще КТ. Ой. Да, я. Скай, под коврами. Под коврами был? Некс, у тебя киты дефи, Некс. О, кун. Лица лоу. Найс, постер. Был на коврах. Хорош, поразменял. Он ставит. Nice. Не. Рука. Ну, блядь! Не ждется. Чё? Боже. Паузу берите. Играем не для того, чтобы просто поиграть, чтобы что-то сделать, типа просто пофаниться. Мы играем для того, чтобы победить. И, пацаны, вот эта вот игра, эта игра даст нам 29 ёбаных элла. Если мы заберем эти 29 элла, это? Пацаны, наша жизнь изменится навсегда. Мы не станем теми же, мы не будем теми же, кем прежде, вы понимаете? У нас будет намного больше, чем мы имели. Но если мы проиграем, мы тоже обретем опыт. Так что после поражения, которого не случится сегодня, нам не надо расстраиваться, потому что у нас будет опыт, у нас будет, блядь, все. Пацаны, просто вот сейчас мы должны постараться выиграть, но должны выиграть не для того, чтобы не проиграть, а должны выиграть для того,
мы должны выиграть для того, чтобы доказать самим себе, то, что мы можем. Зарядились. Сколько клатчей было выиграно 7-15? Их не сосчитать, не сосчитать. Пацаны, и сегодня эти клатчи пополнятся еще на один. На этой карте, на этом сервере, на этом трене. Арки, бэ. Да-да-да-да-да. У меня авик тут, ладно, уходи, уходи, нужен. Я убежал. Упал. Не упали? Не упали, да. Фейк, это фейк. А, вышел. Да, это фейк, да. Погоди, Эрик. Убил. Найс. Просто живи, теперь живи. Живу. Я с авиком сейчас спалю. Найс. Молодцы. Нет, это только има пиздили. Хорошо. Ребят, офигенно. Мы на сайте CSFL. Сейчас я попробую сделать умножение моего баланса. Я поставил на краш 1.5 20 долларов. Зашел в джекпот, поставил то же самое в этом режиме. И здесь поставлю 30 долларов на X3. Так, ну что, ждем наши ставки. Кстати, я заработал, наконец-то, я заработал на краше. Выпало 1.52. В джекпоте мы тоже выиграли. И здесь у нас тоже победа. Серьезно? X3 выпало. У нас уже X2, по сути, вся эта сумма умножилась. По сути, мы можем это все объединить и забрать SSG Dragonfire. Поэтому я это делаю. Захожу в профиль и нажимаю на кнопку «Забрать». Ссылка на CSFL есть в описании. Ну, а мы идем дальше. У нас снова замена. И пришел суровый 666. У него было 3855 элла, поэтому попадались противники еще сложнее. Это уже шестая карта, и мы попались против какой-то команды из Исландии. АВГ у них 2800 элла, но они играли прям очень хорошо. И это, наверное, была самая близкая карта по нашим нервам. Хотя игра была всего лишь на 16 элла плюс. У нас голова дома. Мейн. Вышел. Электро. Электро. Я приеду. Он без лица, он один хп. Молодцы. У коннектора очень близко. Сайт. Я тебе. Хорош. Найс, парень. Сотку убил. Сайт, хорош. По подконам. Подконам? Да, под. Лучше, Эрик. Какой коннектор? Это забей, меня с одной пули и всю SP убивают. Стенку убейте, еще. Хорош. Двое А. Это наш раунд. Надо поп. Убил поп. Стопы. О, господи. Хорош. За Ави. Найс, так что это было? Пошли, фух, ребята, молодцы. Нормально. Господи, как же прекрасно, когда состав не меняется. Следующая катка на карте Dead Dust 2. Мы играем против немецкого стака. АВГ у них около 2900, но если мы выиграем, заработаем 28 элла. Сайт. Пачка не поднимал. Два сайта. Эндельфин. Могу восстановить. Хорош. Двоих плюл. Заебись. Шикарно. А, вот он. Забери его, выполнил. Там двое. Пас лонг может быть. Хорош. Нормально. Да, не смог, уйди. Очко красное. Убил. Хорош. Плачу. Каталась. Под рампой пикает тебя. Хорош. Хорошо. Я дам пачку. Убил одного. И снова карта до вертига. Это уже финальные катки. И у нас
должно будет все получиться. Состав у нас снова поменялся, ушел один игрок и пришел Марио. Играем против АВГ 2700 и заработаем плюс 16 элла. И заметьте, что я сейчас играю в стаке, где мы попадаемся против 2700. По сути, если я там справляюсь, то будет интересно, что я сделаю на 200 элла АВГ. Вас добра только что. Слева, смоги. С дефой, с дефой. Все, лан. Боже, какой же гений, какой же это гений. Рукав летят, рукав летят. Да-да-да. Оставьте. Подписывайте. Хорошая рыба. Хорошая рыба. Еще. Нихуя себе один! Отстань, бомб, пожалуйста. Бай запушу. Сзади, сзади, сзади. GG. Это финальная катка, и она на самом деле была очень опасная, потому что противники гении этой игры. У них в клан-тегах и в названии своего профиля было написано про Ancient. Они реально задротят эту карту, у них там было около 20 каток подряд на этой карте. К счастью, нам попался оверпас, и Ancient нас обошел стороной. Состав у нас не поменялся, за победу мы получим 31 элла. За дилдой. За дилдой. Семь пуль. Бля, если бы еще дал. Я бы тебя дал. А бы еще. Он ультра лоу был. Да. Убил. Матч. Да, сайт. Машина. Не, я дочекал. А, ёбка. Мост. Алигу, да. А, не. Или да. Там два банана, я думал. Дайте. Ребят, пусть зарежет. Ладно. Ладно, это было далеко по факту. Шо? Ждет. Да, блядь. Просто убей. Убей. О, боже. Вас двое говорит, блядь. Всего два раунда до ничьи, давайте соберемся. Два раунда, либо ты считаешь. Ну я прочитал по экономике, дружище. А. Лонг. Да, как попасть, блядь? Спил. Хорош. А как? О, если бы не Эрик. Пиздец, что бы мы делали. Она у Канта. А сейчас что, я не так сделал? У меня инфы не было, просто взял нашел. Ладно, спасибо за игру, это хороший конец ролика. Ребят, это хороший урок. Не, конец был бы хороший, если мы камбэкнули. Мы, кстати, могли камбэкнуть. Конечно, конечно. Но мы уже, я сижу на этом кресле уже, как и вы, почти 12 часов, поэтому надо делать паузу. Короче, какой у нас урок с этого ролика? Одну катку проиграть, окей. Если вы две подряд проигрываете, то все, заканчивайте и берите уже отдых, потому что пойдет лустрик. Вот, спасибо большое всем, ждите новый ролик. Дорога к 3000 элла. Я думаю, что этот выпуск будет уже из другой страны. Это последние катки в России. Сейчас у вас на экране предыдущая серия «Дороги к 3000 элла». Поэтому просто тыкайте и переходите по ней и смотрите, что было в прошлой серии, а именно в первой. Пока.